Буква «Г» дает носителю этого имени непредсказуемость и неожиданность. Склонность к ранней амурной жизни, которая не кончается никогда, но при этом наделяет постоянством и душевным романтизмом носителя имени. Буква «О» таит в себе энергичность и отзывчивость, упрямство и доброту. Эти люди имеют способность видеть людей насквозь. Часто люди с гласной «О» склонны к консервативному образу мыслей, и принципиальность сковывает их возможности. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. Буквы «Н» приносят в характер отрицание и сомнение. Звук «Б» в этом имени вызывает стремление финансово обеспечить свою жизнь и отражает стремление к материальным благам. Данное имя связывает с красотой, парадностью и в то же время замкнутостью и ограниченностью из-за звука «Д». Некоторым людям носитель этого имени кажется слишком эгоистичным и авторитарным. Буква «Э» в имени делает людей темпераментными, энергичными, сексуальными. В основном носители таких имен – это лидеры и вожаки, не приемлющие никакой власти над собой. Всегда готовы бороться за то, чтобы быть независимыми. Мировоззрение родителей или домашнего уклада может ограничить их мышление и так прочно пустить корни в сознании этих людей, то в другом взгляде на жизнь у них может попросту отпасть надобность. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Звук «Г» указывает на стремление к знанию и к тайнам жизни. Звук «Г» прямо направлен на экстрасенсорные способности. Звук «Э» воспринимается окружающими как подбадривающее восклицание, и поэтому владелец этого имени им нравится. В любви часто капризны и нуждаются в человеке, способном управлять отношениями и принимать противоречивый характер партнера. Головокружительная любовь, риск коммерции, пробивные способности – вот цвета этого имени. Владельцы этого имени всегда подумают, прежде чем начать действовать, но их действия в основном приводят к застою в делах. На уровне внутренней сущности владельцев этого имени является желание выделиться из толпы, вести активную жизнь, творческое и независимое существование. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.